Ребята, доброе утро всем. Слушайте, что-то меня затянула кулинарная тема. Значит, вы смотрите, сегодня вам предлагаю вот такой бутербродик. Значит, здесь очень простые ингредиенты. Одна картофелина, огурец, сырое яйцо, лук, соль, перец, хлеб, собственно говоря. Ну, если у кого-то под рукой есть куриный кубик, бульонный кубик, да, куриный, говяжий, не суть важно, тоже можно его использовать. Сейчас я перетру картошку на мелкой терке и покажу, что делать дальше. Ну вот, ребята, я перетерла на мелкой терке картофель, лук репчатый. Я настаиваю на луке, потому что иначе будет сухая картошка. Соль, перец, укропчик и одно яйцо. Сейчас все перемешаю, буду показывать вам дальнейшие действия. Друзья, я выложила смесь картофельную на хлеб. Разогрела сковороду, я буду жарить на сливочном масле. Так, берете бутерброд и просто переворачиваете его на сковороду. И немножко прижимаете, чтобы картофель схватился. Ждем. Ребята, ну вот и все, наши бутерброды готовы. Поверьте, ваши домашние оценят такие бутерброды, кофеечку на завтрак. Это очень сытно и очень вкусно. Приятного всем аппетита! Так, ребята, я вот шла-шла в одно место, в обувной, и зашла вот сюда, в украшение попала, на такую красоту. И они, оказывается, давно уже работают, ну, правда, год назад переехали сюда. Дания, Норвегия, украшения. Так, ну расскажите нам, что это у вас? Ой, и ценник, и посмотрите. Покрытие гальваническое, золото, серебро, руди 0,14 микрон. Есть стальные изделия. А изготовление вот прямо Дания, Норвегия? Да, Дания, Норвегия. Вот у них. Ребята, смотрите. Так и ценник приятный. Ценник у них идет от 1,5 до 7. Максимально. У вас ничего не будет. Да. Жемчуг брочный, да. Речной представлен. Вот сейчас я хочу посмотреть. Подожди, а где брочный? Не вижу. Брочный. А, вот он. Да-да-да-да-да-да. Глазки подняла. У них полудрагоценные камни. Все, что блестит, Сваровски. Да вы что, Сваровски, они же... Вот они. Сейчас я дойду туда. Они же как-то... Все. А, да? Вы посмотрите, 2 100. Кольцо какое красивое. Я сейчас что-то померю, покажу вам и померю, девчонки. Со скидкой те, которые коллекции уже закончились. Ну, у вас и каталог есть, да, мы же по каталогу заказали. Все внизу лежит, старые. Ну, а вот это вот, допустим, серьги, асимметрия, да, я так понимаю? Асимметрия, да. Какая цена на них? 4 800, ребята. Еще скидка 15%. С этой цены? Да. Вот так, это что? Испания. Мы возили 15, 16, 17 год Испания. То есть вот 5 100 минус еще будет скидка, да, 15%. Цены никто не повышал, все у нас осталось такое. Так, это я вам показала. Слушайте, ну как это красиво. Так, это браслетик. 1 700. Ну вот видите, теперь я знаю. Со скидкой. 1 700 еще будет скидка. Там 15% написано. Заколки. Потому что неизвестно, будем ли дальше нам поставлять Дания, Норвегия. Ну, сейчас-то, да? Кварц. Это кварц. Это кварц. А это сколько стоит? Давайте посмотрим. Они универсальные, у них есть шарик с силиконом. Двигайте от 30 до 90 сантиметров. Ого. 3 800. И минус скидка. Угу. Слушайте, как красиво. Были кварцы темные, вот такие, да, его уже забрали. А почему я не знала? Я не знала, подруга у меня тут живет, мы ходим. Не знаю. А вот... Мы здесь год стоим, а 5 лет стояли на речном вокзале галереи интерьера. Там мы сдавали под реализацию. Здесь мы сами стали. Смотрите, какие необычные серьги. У нас а вот эти вот серьги сколько стоят? Какие? А вот шары. Вот эти шары? Ага. Девчонки, 2 900. Это ювелирный сплав, да? Ювелирный сплав, покрытый серебром, на 4 микрон.
У них покрытие гармоническое, золотое, драгоценных металлов, золото, серебро и родий. Вот 14 веков. Все хорошо носится, кроме... Если у вас есть рубль, оно обшаркивает вот... Слушайте, а вот это вот, вот эти вот капельки вот сюда, это местные? Это местные дизайнеры, серебро, дерево, на леске. Сталь. Ну, это вот сюда, в ложбинку, да? Ну, вот здесь нету. Вот, вот, вот эти вот. Это это колечко. Кольца? Колечко, серьги представлены, моносерьги. Моносерьги. И у окна дизайнера. А это местные из дерева, прямо да, вот красноярцы? Да, да, красноярцы. Они нам под реализацию сдают. А цена какая тут? От 800 рублей до 7000. Слушайте. Вот эти, 800 рублей вот эти. Угу. Хорошо берут вот эти маленькие. Ну да. Это у них сталь тоже с деревом. Угу. Там 1300-1600. Это тоже местные? Нет. Вот это вот наши. Это да, да, да. Это Дания. Это Дания. Так. И... А вот Норвегия представлена. Вот это серебро местных. Дизайнер вот Дивногорск еще. Тоже. Это серебро делает дивногорцы, да? Да, 925-я проба родированная. Слушайте, ну какие интересные модели. Да. Они, конечно, они делают какой-то эксклюзивный. Так, а вот это Норвегия, Норвегия, да? Норвегия пошла, видите? Сумка для телефона. Для телефона. Кошечки. Или это кожа, эко-кожа? Чисто кожа? 4930. Угу. Ой, какая... Шмель, верно? Нет, это пчела все-таки? Пчела. Пчела. Смотрите, девчонки, это черепаха. Да. Вот это многослойность, это вот цепи много. Вот сколько, допустим, да? Это стоит штука? А на них тоже скидочка есть или на нет? Всю на все есть. Да. На весь товар. 5800. И на местные тоже, да? Нет, вот на, нет, на местных нет. Нет. Они сдали под реализацию, они не дают. Смотрите, какой браслет. Это не 2930. Здесь тоже пчелки, только посеянные. А это ремешки для очков. А, из бисера, да? Ну да, тут все сочетание идет. Бисерные. 200 бисерные. Они все написано у них на английском. Я английский не знаю. Там, который... Дочка что сказала? Скорее. Шапки интересные. Ну, да, это... Италия. Я шапочный маньяк. Вот это так вообще интересно, бежевая. Ой, слушайте, какой магазинчик я открыла опять. Приходите, покупайте, тут закроемся. Да. Перестань да, с этими условиями. Ну, а мы, как? Мы с подругой придем, она носит исключительно серебро. И она явно не знала про этот магазин. Это 100%. Сейчас загорится. Сейчас больше любят. Да, я вот люблю бижутерию. А вот это вот колечко, скажите, пожалуйста, какой ценник? Просто я. Колечко? Вот это вот. Вот это? Да. Какой ценник? 200. Слушайте, а какой металл красивый. Я специально ценники открываю, чтобы народ смотрел. Ну да, а то как-то стало модно ценники не показывать. Ну, почему? Каждый раз спрашиваю, зачем? Да, которые можно, открываем, а которые нельзя. А вот эти стальные «Живи в моменте», видите, маленькие. Как это называется? «Живи в моменте». А, «Живи в моменте». Угу. Английский. Вот здесь тоже надписи все читать надо. Все английский знаете хорошо. Серьги-трансформеры. Вы знакомы с ними, да? Нет. Где они? Их очень много. Вы когда... А вот эти серьги, они... Ну, это ювелирка. Это бижутерия. Бижутерия покрыта серебром. Покрыта серебром. Вот трансформеры сразу, видите? Как хотите носить. Ага. Угу. И там много, если что-то заинтересует вас. Тут у них трансформеры или это... Как вы сказали? Что я говорила? Я уже не помню, что я говорила. Так, ребята, ну что? Ну прям интересно. Это, видите, эмаль. Ага. Внутри тоже ручной работы. Видите, золотые лучики. Все там это вкрапление. Так, цена 2650, допустим, вот это. Ну, это подороже 5. Это 2650. Где 5? Вот это дорогая. А, вот это. 5000. Вот это не 5. Ну, вот это вот 5, да, да, да. А вот это сколько? А это серьги? Серьги. 3150. Так, это, девчонки, проспект Мира, 96, по-моему. 94. 94. Так, все, я выключаюсь и вот смотрю. Вот там кусочек серебра, вон курик. А, вот. Это что-то такое, как сказать-то.
Браслета же у них. Серебряный. Так, ребята, вот еще палантины. 4500, но на всю продукцию скидка 15% помимо местного производителя. Вот этот красивый цвет очень зеленый. Да, это красивый. Испания, вы сказали? Это Дания. Дания, а размеры какие? Палантины большие. Я как скажу, тут у меня как обычные вот эти. Ох. Ну, наверное, 70 на метр 80, вот так я думаю. И вот тут зеленый тоже, все да, такой же? Все одинаковые. Так, девочки, и сумки вот театральные. А сумочки в какую цену? По-моему, 7,9, по-моему, так. 7,9. Я уже забыла. Mm-hmm. Очень дорого стоит это. Аренда. Аренда очень дорогая. Аренда. Поэтому, если мы новую коллекцию не будем подвозить, нам надо поэтому и продавать. У нас еще очки были и есть. Они взяли на эту, на показ. Угу. Очки тоже дали. Девчонки, как вам? Вот это вот на мизинце у меня позолоченная, камни Сваровски. А медь, медь позолоченная, да, я правильно понимаю? Да, внутри у них используют они медь в основном. Иногда олово, но здесь больше медь. А вот это вот, вот которое на безымянном... А вот это серебро родированное. Ага. Видите, тут феник. Фенитики. И вот такие же есть серьги. Да, маленькие. 1800. Ну, тут смотреть, не пересмотреть, конечно, потому что это, столько всего. Это вот это тоже Испания, только они не золото. Вот это колечко что-то. Мерила тоже сейчас. Очень красиво смотрится. Померить вам? Давайте сейчас померю. Нет. Улицы. Так, девчонки, магазин работает с 12 дня до 19. Вот смотрите. Какой-то день будет выходной, я не знаю. Какой-то. Ну, узнавать надо, да? Ну, она будет писать. Общается. Так, а вот это серебро тоже, да? Да, это белое серебро. Родированное белое. Вот на безымянном пальце у меня. А, вот, вот это? На без... Нет, а, на безымянном. Вот, это родировано. Не родировано. Не родированное серебро. То есть, ну, за ним нужен будет уход. Ну, у кого окисляется, кстати, не у всех окисляется серебро. Ну, а какой там уход? Мыльца. Мыло. Мыльца. Содой, да? Я бриллианты мылом чищу все время, каждую неделю. Мы же засоряемся, как мы на улице ходим. Пыль. И 500 она стоит. Так, у нас была целая коллекция, ее все забрали. 2500? Да. На это свитер на какой-нибудь. Да. Очень красиво. Очень красиво. Было ожерелье такое, браслеты были. А это серебро? И... Нет, это... Это почернение идет. Почернение. Это же у нас... Да, это... Да, нет. Вот это вулканический камень, а это гематит. Если вы знаете, прочитайте, что такое гематит. Ну, кольцо гематитовое есть. Возьмите, пожалуйста. Это камень-кровник называется. Или кровавый. Видите, вот гематитовое кольцо еще. Такое не ронять, но развивается это камушек. Сейчас сфокусируется. А красивый тоже такой. Я хочу, у меня цепочка на черную, это уже есть подвески, черная вообще ничего не делается. Сами их все носим. Да. Да, ребята. Любовь к этому открытию магазина поспособствовала я. Правда? Я в Норильске 40 лет и оттуда посылала эти коллекции. Вас нельзя показывать, да? Не, не буду. Зачем я буду портить? Нет, ну, нет, вы очень интересная. Девчонки, прям не могу уйти отсюда. А вот это кольцо, кстати, тоже смотрится интересно. Сейчас тоже вам померю. Ой, чем же руку надо заедать? Как-то шелковое место, как-то противное. Потом завяжешь. Противная нитка. Так, и тут были серьги, да, вы говорите еще? Здесь были серьги, подвеска была красивая. Ну, их сразу... Испанию у нас разбирали с лету сразу, потому что она очень... Она красивая на самом деле. И сколько вот у нас виз Испании, она, как вам сказать, с эмалью притасами яркая была, и малиновая, и вишневая. Ну, она очень... Испания ручной работы интересна. Вот они только зависли чуть-чуть. Очень интересно. Так, стоит... 5100 минус 15%. Никто не наценял ее, потому что они сразу почему-то делают. Сейчас серка. Туда. Это кварц. Видишь, фиолетовый кварц. Кварц.
Девчонки, сейчас померяю вам серьги. Очень простенькие, но смотрятся, мне кажется, хорошо. Сегодня, кстати, без этих. Ой, какое кольцо красивое. Да? Нет, сережка. Они очень стильненько. Вот такие даже простые палочки, то смотрится стильно. Да, да, да. Знаете, вот стильно. Девчонки, вот, допустим, да, серьги. Но это серьги-трансформер, вот эта вот серединка может защелкиваться сзади. И будет просто у вас колечко. Ой, я вся. Девчонки, вот. Посмотрите, какие сережки. Что-то здесь шелковое, там держится. Интересно. Только завязала, она раз и раз. Как они там завязывали? Видно вам. Как-то не фокусировано. Очень красиво, да? Очень. Слушайте, ну очень. И, кстати, вот эти цепи можно снять. Там все снимается. И будут просто кольца. Вот такие колечки. На одно можете кольцо ставить, а на другой цепи. Будет асимметрия. У них универсально очень много. Я же вам показала шарик, да, на этих? Угу. Что вы так можете под горлышко, можете 90.